На площади Речников в Чебоксарах планируется строительство нового жилищного комплекса из 3 высоток. Концепцию застройки представили на расширенном заседании градостроительного совета. Территория рядом с речным портом всегда привлекала инвесторов от строительства. Красивый природный ландшафт, близость Волги, чистый воздух. Что может быть привлекательнее для будущих жильцов? Комплекс представляет из себя 3 высотки. 16-этажное здание – это гостиница, а две остальные свечки в 23 и 28 этажей – жилые. На первом и втором этаже предусмотрены коммерческие помещения и паркинг. Под ними двухуровневая подземная парковка. Над проектом работали московские специалисты. По их мнению, комплекс может стать визитной карточкой столицы. В основе архитектурных решений дома, как силуэты танцующих девушек. У каждой будет свое имя. Мы хотели просто увидеть, как можно преобразовать речной порт, как, чтобы он был привлекательным, чтобы люди там могли отдыхать, гулять. Концепция строительства вызвала бурю эмоций. Одни полагают, что наконец-то в градостроительной политике столицы Чувашии намечается творческий прорыв. Сам подход на самом деле очень живой, такой современный, с хорошим благоустройством. Вообще подход, конечно, удивительный, замечательный. Другие и мысли не допускают о том, что новые здания высотой под 100 метров могут встать на Волжском берегу. Интересная архитектура, современная довольно-таки, но она больше какая-то такая прибрежная, больше подходит к берегу Южного моря. Если вот эти сооружения сместить дальше глубоко на залив, где вот сейчас вот располагаются, раньше располагаются речные сооружения, то это строение бы замечательно там расположилось бы и читалось бы со стороны Волги, как вот окраины нашего залива. Но на данном этапе как бы она даже не гармонирует с существующей застройкой речного порта. Я не встречал, чтобы из жилья делали визитную карточку и уникальность. Жители города опасаются, что новый комплекс нарушит природную гармонию Волжского косогора вместе с вечным огнем, куполами храмов, водной гладью. Все, что могу сказать об этом проекте, мне он не нравится. Почему? Потому что он очень сильно и резко бросается вот реально в глаза. То есть, во-первых, еще перекрывает вид вечного огня. Безусловно, проект еще будет обсуждаться. Это даже не эскизный проект, это концепция. И поэтому сейчас говорить о высоте, о планировке, ну, я считаю, преждевременно. Я считаю, что сейчас нужно снимать вот это обратное ощущения от населения, которые есть, какие вызывают эмоции, и потом перекладывать их на архитектуру, ну и как-то там рефлексировать на то, что здесь было услышано. Инесса Потапова, Игорь Зверев, Республика.